Дамы и господа, представляем вам бойца в синем углу. He's 21 years old. He's 173 centimeters tall. Today his professional debut in MMA. Бойцу 21 год. Рост 173 сантиметра. Он является мастером спорта по джиу-джитсу, чемпионом Казахстана, призером Казахстана по жек-пежек, чемпионом города Алматы по ММА среди любителей. Сегодня его дебют в профессиональном ММА. Он представляет Алматы, команду «Алмаз Керандары». Талгар по прозвищу Сункар Жануза! And now let me introduce to you his opponent standing in my left in the red corner. Дамы и господа, сейчас представляю вам его оппонента в красном углу. He's 21 years old. He's 166 centimeters tall. Today also, he's debuting in MMA. Дамы и господа, бойцу 21 год. Рост 166 сантиметров. Он мастер спорта по ушу саньда. Чемпион Казахстана. Бронзовый призер Казахстана Пажек-Пежек. Сегодня так же, как его оппонент в синем углу, он дебютирует по профессиональным правилам ММА. Представляет Алматинскую область, город Жаркент, команду Палван, Рамиль Борзый Исраила! Final instructions from the referee. Финальный инструктаж от рефери. Спортсмены на середину. Поприветствовали друг друга. Слушаем мои команды, правила не нарушаем. Делаем честный и красивый бой. Удачи. Первый раунд, first round. Поднимай! Вот так! Вот, 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 вот,
В первом раунде победу удушающим захватом одержал Талгар Сункар Женусар!